Здравствуйте! Вы со мной на канале Астроумно. Это самый популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. И у нас сегодня гороскоп на 24 января 2018 года. Овен. Придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов телец, не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом. Близнецы, сейчас удастся обойти преграды, которые могут воздвигнуть на вашем пути завистники и тайные недоброжелатели. Как ни странно, они у вас есть, причем в ближайшем окружении. Рак. Вы будете обладать зарядом бодрости и энергии и сможете справиться с любыми поставленными перед вами задачами. Лев. Этот день может сложиться для вашей профессиональной деятельности самым благоприятным образом. Дева. Данный день вполне благоприятный. Единственное, но вы можете либо быстро утомляться, либо просто испытывать недостаток сил. Но это не повод для беспокойства. Весы. Никаких серьезных ошибок или просчета вы сейчас не допустите. Однако не нужно доверять своему услышанному, а тем более обещаниям людей, которых вы знаете недостаточно хорошо. Возможно, сейчас вас хотят обмануть или просто пустить пыль в глаза. Скорпион. В этот день все будет спориться. Если у вас есть любимый человек, то постарайтесь больше времени и внимания уделять ему. Стрелец. В данный период вас в большей степени будут интересовать дела личного характера. Но очень многое зависит от того, какую позицию вы займете. Козерог. У вас есть шанс этот день провести довольно удачно, но при условии, что встреч с начальством вы будете избегать. Водолей, за все, к чему вы стремитесь, сейчас нужно будет бороться. Постарайтесь воздержаться от крупных покупок, это может больно ударить по вашему кошельку, а в долги в данный момент залезать не стоит. Рыбы. Наиболее благоприятное время для разного рода начинаний. Любое дело приобретает дополнительный импульс и энергетику для своего развития. Ну что же, на этом у меня все более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И, конечно же, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Услышимся.